неудачно припарковалась. Камеры видеонаблюдения в американском штате Мэриленд сняли, как машина 23-летней Линдси Кук переехала через защитный барьер 4-го этажа парковки. Она перевернулась в воздухе и обрушилась на землю. Как оказалось позже, девушка пыталась занять свободное место, но в какой-то момент немного сильнее надавила на газ своей Audi. Машина пробила ограждение и пролетела около 12 метров до земли. Вот как раз этот момент сейчас вы и наблюдаете. Удивительно, но девушка отделалась только легким испугом.